Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Карачаево-Черкесии сегодня во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-11, днем 22-27. В горах ночи будет до плюс 6, днем 12-17. В центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 25-27 градусов тепла. В Москве прошел внеочередной съезд общественной организации политической партии «Возрождение аграрной комиссии». Делегатом этого съезда выступила и председатель местной организации партии, председатель сельхозартели «Кубань» Марина Бурлакова. Сегодня она гость нашей программы. С ней встретилась Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Марина. Я благодарю тебя за то, что ты пришла сегодня к нам в гости. Буквально на днях ты приехала из Москвы, где был съезд аграриев. Мне бы хотелось узнать, что это был за съезд, основные резюме, основные тезисы, какова была основная суть, темы, твое участие. Судя по твоим вот этим видеоотчетам в Инстаграм, работа была очень плодотворная. С кем познакомилась, с кем договорилась, что решили? Расскажи, пожалуйста. Здравствуй, Белочка. Здравствуйте, уважаемые зрители. Первым вопросом повестки дня было избрание нового председателя партии. Далее, значит, централизованного совета и работа партии на 2021 год. Вот, избрали мы нового председателя, это Мельниченко Василий Александрович. Также он является, значит, председателем общественного движения «Федеральный сельсовет», руководителем группы развития сельских территорий партийного проекта «Устойчивое развитие», и плюс он теперь будет возглавлять общественную организацию «Политическая партия Возрождения аграрной России». На этом съезде, конечно, мы познакомились с замечательными людьми, с ведущими фермерами нашей страны. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, мы обменялись контактами. Да. Также вот в октябре месяце состоится очередной съезд нашей партии, где я также приму участие. И уже более подробно о работе этой партии, видимо, по приезду с этого съезда можно будет рассказать о целях, о задачах на предстоящий год. Марина, скажи, пожалуйста, вот какие цели преследуют основные эта партия и почему ты согласилась стать председателем региональной этой партии в нашей республике? Вот это правильный вопрос. Когда мне предложили возглавить ее, я изучила цели и задачи, и основной целью это было создание, значит, всех политических, экономических условий для свободного предпринимательства, для нормального социальной жизни на селе. Угу. Самое главное, да. Хорошей социальной жизни на селе. И насколько вот я поняла от общения с нашими руководителями этой партии, мы должны принимать активное участие в жизни села, мы должны привлекать молодежь в эту партию для того, чтобы возродить жизнь на селе, возродить сельскохозяйственную жизнь на селе. То есть это очень близко с тем, чем я сейчас занимаюсь. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Я думаю, что ты съездишь на очередной съезд и расскажешь нам о его результатах. Хорошо. Спасибо тебе, Марина. Спасибо большое. Удачи в работе. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите межрегиональный тележурнал «Северный Кавказ», а затем программы русской редакции. В 14:30 в эфир выйдут «Вести» с Шамизом Хешховым. Удачной вам пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.
Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 23 по 27 сентября в Доме предпринимателя, город Черкесск. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 27 сентября. Центр развития предпринимательства. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантированно в подарок. Всем будущим невестам нужно срочно сюда. Ой, да с такими условиями я сама побежала.